challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем Wild at Heart. Помнится, в прошлый раз мы все доисследовали, что нам требовалось на пляжу на данный момент. Ну, практически у нас там чего-то не хватало. Там то ли ледяных нужно было, то ли огненных. Не ледяных, по-моему, да, вот именно и нужно было. Такая толпень. Вот, поэтому сегодня мы пойдем... В первую очередь я хочу вот здесь вот дозабирать кое-что. Как вы помните, у нас здесь есть пианино, которое нужно затащить. И еще что-то, какие-то кристаллы тоже были. Так, ребят, все давайте. Теперь шансы у кого-то потерять еще выше стали. Давайте, пацаны, о, там наших жрут. Так, сердца забираем. Колючек накидаем их. Ой, как хорошо они долбасят всех. Так, вот эту штуку еще можно сломать, да? Хпшечку, эти штучки, эти тоже нам нужно собирать, насколько я помню. Тихо. Не знаю, запланировано ли, что можно любыми бить в воздухе. Ну, как бы похеру. Дали такую возможность, будем делать. Блин, вот быструю бы кнопку бы они еще добавили от этого всего. Давайте, тумаков этому тоже навешивайте. Вот он борзеет. Вылез такой из улья. Херовые тут пчелы, скажу я вам, мутировавшие. Дружок, пойдем. Так, вот и кристаллы. Это сюда. Дроганов сюда. Остальных сюда куда-нибудь. Развлекайтесь. Еще одного котейку нашли. Отлично. Так, тут вроде все собрали. Ну, все отлично. Так. Так, так. Теперь мы знаем, для чего нужно вот это. Осталось теперь понять, как правильно попасть. Сколько там? 40. Тащите все, короче. Все, что есть. Все, что есть, тащите в дом. Тут ничего. А как вы решили тащить? Прям скинуться? Вместе с пианино? Эй, Бобби, можно ту самую песню про это самое, да? На, про пианино. Это если вы смотрели Ice Dave Movie. Серьезно, спрыгнули? Хера вы. Дерзкие. Фигак. Куда вы побежали? Ко мне, вот сюда, то вы. Сейчас начнете. Да я понял, ты мне сейчас скажешь, что типа посылка получена. Между тем. Что нам говорит карта? Ничего хорошего на самом деле, потому что я не помню, было ли тут еще где-нибудь кристаллы. Вот тут, например, есть ли какие-нибудь кристаллы? Так, там у нас ключевая точка, а здесь вроде бы как и нет.
Ну, у нас тут есть кристаллы, которые можно сломать. Так, наверх мы вроде ходили. Да, вроде успели в последний момент. Так, ну значит, пойдемте чуть дальше, в следующую локацию. Че, еще рассвет до сих пор? Че, ничего себе мы времени не теряем. Вообще у нас здесь, я помню, кристаллы, а еще у нас котик. И, возможно, разбив кристаллы, сейчас мы как раз-таки найдем котика. Не самого котика, а эту вертелку для котика. Потому что других предположений на самом деле нет, где эту штуку брать, потому что там ее не было. Так, фиолетовое чмо пусть там бегает, нам наплевать. Ну, ребята, давайте. Молодцы. Так, вот этих сюда, сюда, сюда. Тут сейф какой-то, а вон крутилка как раз похожа. Угу, молодцы. Так. Давай-ка мы сходим, посмотрим, что тут есть вначале. Так, ну а вот эта штука, она будет... То есть ее постоянно надо вертеть? Нет. Да тут всего 25. Они, конечно, вроде бы не очень тоскуны, но хрен с ним уже. Ух, как много фио. А там еще он этот был. Давай, ломай. Так, тогда на самом деле не совсем понятно, как бы ее сломать бы, на самом деле. Ты не можешь его случайно сломать? Не? Ты, я думал, вроде прикрутился на это, почему-то не... А, ну да, я тогда не смогу. А, ну я могу товарищей взять, в принципе. Просто что будет, если я попытаюсь ему помочь? Вот как это сделать, что они... Привет, привет, делают. Допустим, мы нашли сейф. Не очень-то он на самом деле был нам нужен. Вот тут у нас что-нибудь есть или нету? Тут сплошные вот эти штуки-дрюки. А вот это все-таки нету почему-то. Пойдем. Давайте я пойду посмотрю, поищу, пожалуй, вот эту штуку. Если найдем нашими товарищами, то я покажу. Оказывается, нужно было чуть-чуть вперед пройти вот здесь. Вот тут тайный проход был. Ну, тащите, товарищ, что могу сказать.
Вы же не заблудитесь, надеюсь. Ну, уже резко закат. День-то вроде только начался. Заберем бутылку. Пусть будет. Тут вроде чуть не так далеко бежать. Вроде бы. Чпок. Молодцы. Ты зачем это сделал, объясни мне. Все, пойдем. То сейчас начнется, блин, трэш-угар. А нам еще через жабы бежать. Так, ну тут свет, если что. Жаба, ты как? Ты нормальная. Хорошо. Я очень рад. Так, ну отлично, мы много чего успели сделать. Идем домой. Отсыпаться. А можно домой? Что, ребят, с вами случилось? Это было странно. Так, ну что, давайте тогда знакомиться с нашим добром, который вы мне выдадите. Nightlight. Ты-ты-ты-ты-ты. Короче, штука, чтобы как раз по ночам шастать. Так, давай, у нас два котика прибыло. Выдавай нам вкусняхи. Так, кстати говоря, насчет вкуснях. Что у нас там по улучшениям? О! Вуаля! Полный апгрейд. Так, еще 1500. В принципе, нам бы хватило бы. Нам бы на хпшку бы хватило бы, но нам не хватает смолы. К сожалению. Привет, котейка, мы тебя видели. Совсем недавно. Так, сбагриваем все добро. Вот это добро, вот это добро, вот это, вот это, вот это. Насколько нужно лампочку скинуть, хрен его знает. Бомбу я, пожалуй, возьму. Хуже не будет. В остальном вроде все нормально, да? Так, приятель, ты помнится, карты нам мог выдать? На 1000 ты можешь, да, нам дать? Не знаю, для чего конкретно. Но давайте скупим все. Деньги, конечно, вроде бы нужны, но не настолько уже. Так, там наверху нам пока делать нечего. Здесь мы вроде все обыскали. Здесь на данный момент тоже все. А вот здесь кристаллы я не помню, хотя вот тут что-то закрыто. Там, возможно, даже кристаллы. Здесь ничего нету. Хотя, если бы там были кристаллы... А, тут грибы, скорее всего, растут. Если кристаллы, я бы думал, я бы там раздолбал бы уже бы. Здесь, в принципе, вроде тоже все. Кристаллов никаких я не помню. То есть, получается, нам на следующий день надо вот сюда валить. Вот здесь что-то я не помню. Тут, наверное, кристаллы как раз-таки. Вот там ядохимикаты. Ну, пойдемте спать, и я туда телепортнусь сразу. Так, ну вот мы и тут. Ч
Что-то реально все заспаунивается, переспаунивается здесь. Такое ощущение, что здесь не сохраняют ничего. Никакой прогресс. Да неужели? Дурак, вылазь. Вода холодная. Так. Это можете пока сломать. Ледяная штука. Почему так мало этих меточек? Пометим, что здесь проход, и здесь что требуется, что-то такое особенное. Здесь я пройти не могу. Ну ладно. Я не помню, проверял ли я синих. Вот этих своих фиолетовых, точнее, на возможность кидать в отраву. Что они мне скажут на это? Ну, кроме, что я дурак. Не нравится. Хорошо. Не будем так делать. Так, о, а вот кристалл, который куда-то нас проведет дальше, по-видимому. Ага, в обход. Ну и нормально. Ушуршал. Так. Так, мутусти этого, мутусти. Да как ты быстро спаунишь, товарищ. Фу, целое, блин, дело. Вот чуть-чуть будем доработать реально систему. Ну вы же делали, блин, кальку. Саверлорд, да могли бы и сделать так же все. Там же нету, не знаю, автор этот, патента на то, что миньоны могут сами отвечать на атаки, либо атаковать, если рядом враг. А ну вот видите, не зря взял. Так, отходим. Ох, какая жаба. А где-то один потерялся, конечно же, да? Где-нибудь, небось, наверху, откуда я уже ушел. Конечно. Дурак, вернись. Я все прощу. Так, ладно, хер с ним. Ты в шоке? Да я тоже в шоке, что ты собрался это делать. И пойдемте пока сюда. Так, тут какой-то проход дальше. Подожди. Сейчас я запутался. У нас красных мало. Чуть-чуть подформлю красненьких плодов. Пусть будут. Я просто не помню, сколько плодов, а этих точно мало. Самих чувачков. Так, давай вот это тоже сломаем, чё уж.
Что, не жжется, да? Вообще не жжется. Правильно. Ну, тут, в общем-то, никакой особой тактики прям не требуется, как в Оверлорде, допустим, что одних в авангард отправить, других там за спину поставить. Тут в этом плане все проще. Какого цвета лягушка, тихо отправлять. Тихо. А с грибами еще проще. Всех кидаешь просто, да и все. Что-то прям жесткий чувачело. Отъехали, ты прикинь. Замочили одного. Блин. Вся толпа побежала. О, еще один отъехал. А эти дурачки еще что-то, блин, в руках таскают. А вот и часть печати, да, видимо, которая нам нужно дотащить. Восемь человек, не 10, странно. Не? Он как-то подозрительно зеленого цвета такого. Так, я обойду, да? Тупо. Ну, это странно, зачем такие сложности. В любом случае успели до заката, так что все нормально. Еще и облутать, думаю, успеем спокойно. Так, а там больше требуется. Ай. Ребята, все, уходим. Ну, тут еще одна печатька. Так, где-то тут, возможно. Ребятки, пойдем. Тут куча кусков, короче, оказывается. Пойдемте за дураком. Дурак, пойдем. Может быть, нам тут синих выдадут, потому что уж больно много синих вот этих частей. Ну тут опять же закрыто. Куча, блин, народ отъехала, действительно. Прям не круто. Пойдем. Я не помню, были ли у нас какие-то особо вредные враги, кроме жаб. Так. Непонятно куда, непонятно зачем. А, котейку.
Братцы, уходим, уходим, уходим. Заспаунится ли это все? Ладно, давайте пойду я посплю и опять туда вернусь. Это у нас апгрейв, да? Удивительно, но этот почему-то не закрылся. Ну и мне же лучше. Так, я так понимаю, нам лучше вот эту жабу все-таки замочить. Потому что она нам будет очень сильно мешаться. Напугала, да? Ёжика голой жопой. Так, пойдемте назад. Дайте чью подхилитесь. Ну. Молодцы. А теперь пинать жабу. Синий, ты тут там что забыл? Хватит терять-то народ. А я что, в прошлый раз просто не замочил? А, у меня там, по-моему, время же истекало, поэтому я решил не связываться. Не? О, резина. Резина — это хорошо. Так, ну в принципе, я когда в портал заходил, еще сразу понял, уже что тут делать надо будет. Мы сейчас залазим вот этой дамочкой сюда. Вот это ж, наверное, можно сломать, да? Нет? А, ну в принципе, мне и не требуется. Вот так. И сюда давай. Вот эти ж ты ломать не можешь, да? Маньяк поскакун. Давайте сюда все. Все, еще один котик освобожден. Нет. Вернись, я всех прощу. Пойдем. Дурачки, вы тоже идете со мной? А, любит потупить. Так. Непонятно, с той стороны, да, где-то? Ага, отлично. Смотрите, лунные лежат. Лунные товарищи. И они цвета как раз таки отравы. Так, все на месте, а то сейчас... Ног. Ты пришел, чтобы мне повредить? А? Что? Не. Кто... Кто обидел тебя? А, ужасный человек пришел какое-то время назад. А, можем ли мы помочь? Конечно. А то его зовут. И твоя флют важна? Что такое флют? Это ж не флейт, нет? А, ну, видимо, да. А, ну, короче...
чуваки! Вставай. Короче, я так понимаю, мы это какую-то плиту как раз таки, видимо, отдадим ему, и эти товарищи проснутся. И мы сможем вот эти штуки делать, да? Кто-нибудь хочет подолбить? Молодцы. Кто там шестеренки засунул, хрен знает. Ясно. Без вариантов. Ой, молодцы. Так, вот эти ядерные отходы меня смущают. Так, давайте немножко маны. Ну, конечно, один долбит, все смотрят. Кто бы сомневался. Так, этих плодов мне, в принципе, разницы нету. Я там посмотрел, у меня плюс-минус фиолетовых не хватает по общему количеству. Таскайте. И вы давайте тоже таскайте. Так, остальные все сюда. Не, ничего, говорит, нету. Ну и хер с ним. Так, отлично, мы построили быстрый путь. Это меня немножко радует. Но не сильно, так как это не то, чтобы прям очень критично было. А вот здесь бы опустить было бы очень приятно. О, шикарно. К порталу проход. Угу. Там еще штуки. Тут пофармить. Так, ребята, повернитесь, я сюда давайте схожу. Тут такие кучи лежат прям, требующего моего внимания. Так, ага, вон еще вижу проход. Ну что, мне предлагаете их вот через верх тащить всех? Ну, допустим. Я вижу здесь. Но тут, скорее всего, штук 8, наверное, будет, да? Здесь нужны красненькие. Вот часть здесь. Так. Куда вот эта штука ведет нас? Ясно, пока сюда рано. Пойдемте опустим мост тогда наверх. Ну, там потом сейчас зафигачим, наверное, да? Че вы не все пошли, идемте. Десять человек. А куда вы потащить собрались, скажите мне? Вы как бы собрались, но как бы и не собрались, да? Потому что тут ядохимикатов все плавает. А вот на этих нужно лунных, по-видимому. Тихо. Сейчас у меня опять толпа отъедет, блин. О, один отъехал. О, там еще прибежал. Оу!
А вот оно, что я думаю, он что вроде так не делал. Лунный говнюк. Еще кого-то, блин, потерял. Ох. И чё? Ты не догадайся? Красавчик. Вообще уважуха, блин. Ну, блин, хоть кто-нибудь догадается, нет, что делать? Блин, там вон камень нужно взорвать. Непонятно, как пройти. Тут три штуки нужно, товарищи, но никак. И уже, блин, спать пора и серию заканчивать. И он тут еще дурачок, блин, прям дурачок. Он, видимо, не знает, как правильно спрыгнуть, чтобы... чтобы потом не отъехать. Интересно, может, лунный тоже умеет эти ломать? Ледяные. Хотя, ну, вряд ли, но их тут столько. Они, наверное, все-таки больше по яду будут. Так, ну что, мы увольняем товарища и прокачиваем КПшку, наверное. И на этом заканчиваем серию. Блин, еще прям 6 косарей нужно наш. Тут кого-то достать. А, ну и давайте попросим сразу за то, что мы котика нашли. О, это что-то новенькое. Что это за говно? А, Elder Peer. 400 стоит. Слушайте, его продать бы проще было бы. На эти деньги пора апгрейдиться. Но это уже как в следующий раз. Я, наверное, себе еще бомбу сделаю заранее. Пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Драга. Всем пока.